Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре одноканальный трансформаторный блок питания от компании Masteran, модель MR5003M. Данный источник питания имеет максимальное выходное напряжение 50 вольт, ток 3 ампера. Интересен он тем, что вместо поворотных регуляторов для задания выходных параметров используются кнопки. Источник питания имеет стандартные для приборов данного класса габариты и вес. Можем по периметру у нас на крышке ребра охлаждения. На нижней стороне 4 резиновых ножки, болт, которым закреплен трансформатор. На тыльной стороне радиатор, на котором размещены транзисторы под этой крышкой, я потом покажу. Разъем для кабеля питания и предохранителей. Рассмотрим переднюю панель устройств. Итак, кнопка включения. Здесь же у нас разъемы для подключения нагрузки. Дисплей, где отображаются выходные параметры. Дисплей светодиодный, то есть здесь напряжение, здесь ток. И кнопки для управления. То есть выходное напряжение можно регулировать с дискретой 1 вольт. Также есть кнопки с дискретой 10 вольт. То есть нажатие сопровождается звуком бипера. Это немного непривычно, но так оно есть. Регулировку тока можно осуществлять с дискретой 10 ампера. Также есть два светодиода. Первый сигнализирует о том, что блок питания находится в режиме источника напряжения. Второй показывает режим ограничения тока. Сейчас мы продемонстрируем основные режимы работы источника питания. Для этого будем использовать данный реостат. Режим источника напряжения. Ну, для примера мне нужно выставить напряжение 25 вольт. Сначала устанавливаю целое значение, потом десятое. Так, 25 вольт, можно подключать нагрузку. Нагрузка у меня 10 Ом. Поэтому по закону Ома ток должен быть 2,5 ампера. Ну, поскольку сопротивление выставлено не очень точно, ток чуть больше. Можно подкорректировать. Данный источник питания также оснащен системой защиты от короткого замыкания и системой стабилизации выходного тока. Продемонстрируем защиту от КЗ. Сейчас мы искусственно делаем короткое замыкание на выходе. Так у нас блок фактически отключил выходные каскады. Регулировать выходной ток в этом режиме нельзя. Режим ограничения тока. Выставлять его значение можно только под нагрузкой. Нагрузка у нас 10 Ом. Для примера, мне нужно установить выходной ток на уровне 1,5 ампера. И с помощью кнопок я устанавливаю это значение. Можно нажимать поочередно, можно нажать и удерживать. Как видим, у нас система управления автоматически ограничила выходное напряжение до того уровня, чтобы протекал в цепи заданный ток. Ну, например, установлю 1 ампер. Могу установить 2 ампера, тогда будет напряжение около 20 вольт. Рассмотрим внутренности прибора. Торидальный трансформатор. Основная плата, конденсатор, диодный мост, реле, которые переключают вторичные обмотки трансформатора. Есть у нас плата индикации и управления, плата выходных разъемов и на радиаторе два биполярных транзистора. Блок питания Masteran MR5003M – это отличный выбор для любителей и профессионалов благодаря невысокой цене, широкому диапазону выходных параметров и добротному качеству изготовления.